16-го года. Вот, машинка не такая старая, но и пробег здесь вообще смешной, 16 тысяч. Мало ездил на ней, но довольно активно, потому что колодки уже стер почти в ноль. Задние похожая ситуация. Есть еще какие-нибудь нюансы? Человек просто сказал, что он... Других нюансов самое критичное — это вот. То есть 16 тысяч пробега, она уже течет. Уже вся запотевшая. Да. Будем снимать? То есть да, будем снимать, наверное, переуплотнять ее всю, вымывать, вычищать, заливать новое масло. Ну, все как обычно. Я понял. Вот тебе 16 тысяч, да? Да. Человек сказал, что у меня нету ни дачи, ничего. И работа рядом с домом. Вот так вот. Михаил, здравствуй. Что делаешь? Расскажи, пожалуйста. Привет. Спартак приехал, 156 тысяч пробега. Сейчас заехал, не стучит, звуков никаких нету, но человек жалуется на холодную дизели чуть-чуть. Он приехал, горячий, сейчас остынет до 50, посмотрим эндоскопом его, чтобы понимать, есть там задиры или нет. Ну, чтобы хозяина, точнее владельца, убедить, что там все нормально или все плохо. Два варианта. Да, не подскажешь, на каком масле он ездил? Масло 5.30 он заливал, по-моему, на Shell Ultra, на оригинальном, как ему и советовали. И сейчас будет вердикт. Мы выкрутили. Выкрутились 4 свечи, владелец поменял их буквально пару дней назад. Это не спасло, он грешил на топливо и на фазождение. В общем, подождем сейчас. Да, ждем мы, да, пока остынет. Будем смотреть, правильно? Будем смотреть, да, эндоскопом. Давай, спасибо. Привет, Солярис приехал, греется, не едет. Клиент приехал на буксире, не стал на нем ехать. Сам привез его на буксире. Мы завели, машина не тянет. Залезли в катализатор, посмотрели эндоскопом и увидели разрушение. Сейчас вот сняли. Вот даже ничего не трогал, да? Я ничего не трогал, даже он не до конца отпиленный. Вот он стоит. Ну-ка, достань его, да. Можно все прям кусками выложить. Как бы что осталось, да? И там вот еще есть. Ну, это хорошо, крепко стоит. Но здесь, кстати говоря, видно, как он забитый. Ну да, да, вижу. Охренеть. Ну, тут, смотри. Ты видишь, верхний вообще развалился? Верхний развалился. Нижний тоже там 2000. Он даже сместился. Его продувало сейчас вниз. Сейчас что, пламя-гаситель? Сейчас пламя-гаситель варивать, потом... Потом все, да? Потом отпускаем клиента. Давай. И все. Итак, Миш, ну что, остыла, да, машина? Да, остыла до 50 градусов. Смотрите, в третьем цилиндре. Прям задирывает. Нормально, да. Это вот, это та стенка, которая ближе к выхлопу. Банально вот прокручиваем на 180. Видите, с этой стороны нет такого. А вот с этой сейчас прокручу еще разок, покажем. Вот уже они. Да. А какой самый страшный? Третий, да? Третий, второй такой же. Сейчас прокрутим мотор, чтобы посмотреть первый, четвертый. Но в первом не будет почти ничего, а в четвертом будет то же самое. Ну, в общем, вердикт какой? Стучат поршня, вердикт, да? Вердикт, да, стучат поршня уже. 156 тысяч пробег. Ну, в принципе, ну на горячую да. Еще неплохо. Ну, на горячую тихо, кстати, работает. Горячую тихо, да, на горячую тихо, холодно, да. Вдруг, именно только на холодную. Это вот хозяин рядом с нами, смотрит, не возбраняет. Понимаете? Всем удачи, да. На что тебе?